Полное ничто. Полная размазня. Полная беспомощность. Полная депрессия. Ой. Вон, видите, что смотрю сейчас. Куплинов прохождение GTA San Andreas. А знаете, ребятки, что, кстати, сказать, я же GTA San Andreas самолично, собственно, лапно проходил. У меня был такой чувачок в школе Гнесиных, где я учился, Сережа Савинов, и даже вот назову его, перейду на личности. Вот, короче, он мне, ой, это уже работает, он мне подсказал, что там нужно миссии проходить и города открывать. Он говорит, главное, я там не знал вообще, что нужно миссии начинать какие-то. Я там начинал играть, просто садился, машины воровал, пытался там через реку переплыть, высадиться на другой берег, где сразу 5 звезд возникает, и полиция за тобой. Вот, и Сережа мне сказал, после этого я начал походить. Ну, в общем, это, я вам скажу, целая эпоха моей жизни. Ну, не эпоха, но так, практически как чтение какого-нибудь романа большого, да, то же самое, у меня прям воспоминания, как будто там был внутри этой игры. Игрушка, конечно, действительно очень удачная, то есть, ну, она же культовая считается, да, миссии там реально интересные, сложные, все так и есть, да. GTA 5, она очень реалистичная, там все сделано круто, но совершенно, понимаете, мир должен быть условный несколько, вот как в GTA San Andreas. Там вот не переведена еще эта грань. То есть там человечки, они вроде бы, ты понимаешь, что да, человечки, но они символичны. А не как вот в GTA 4, у меня она стоит тоже вот здесь на ноуте. Играешь просто как, там люди просто как живые. Это вот это как-то не очень мне нравится. Ладно, давайте, спокойной ночи.